Жилетка Анатолия Вассермана вещь на все случаи жизни. Придумал сам, когда надоело постоянно таскать с собой тяжеленный портфель. Сейчас здесь 26 карманов, расположенных в три слоя. Вот, видите, вот один слой, на нем второй, на нем третий. Аналогично и здесь, тоже три слоя, причем один слой, так сказать, полупотайной. Здесь у меня лежат документы. Здесь, в общем-то, очень много всякого. И те же нитки с иголкой, и набор самых разнообразных инструментов. Вот, например, такая вот универсальная отвертка со сменными вставками. Вот в этом кармане, например, набор атласов. Все обычно, просто разве что редкие сочетания, потому что, например, вот такие вот миниатюрные подзорные трубы, конечно, носят с собой далеко не все. Я, помимо всего прочего, очень интересуюсь архитектурой, и когда надо рассмотреть какую-нибудь мелкую деталь наверху здания, приходится прибегать к помощи оптики. Здесь есть ровно одна вещь, которой я не пользовался за все время ни разу. Это гильотинка для сигар. Здесь лежит не столько то, что нужно часто, сколько то, что может понадобиться срочно. Вот, например, зонтик. Вассерман надевает свой знаменитый жилет всегда, когда выходит из дома. В нем и в кино, и в ресторан. А в аэропорту сдает его как багаж. Ну, а в те места, где я хожу более-менее регулярно, там проблем не возникает. Скажем, в московской мэрии содержимым моей жилетки последний раз интересовались, наверное, уже лет 8 назад.